Мы едем в Париж. Да и все на этом. Ты что, с камерой говоришь? С камерой. А! Et tu vois? Je dois Uber. Mais non, Uber? Non. Je t'ai pas gâté. Pas encore une fois. Est-ce que vous êtes Uber? Pas de Steve. Vous restez avec nous à suivre. Oui, et dans le musée. Comment? De. Orangerie. Orangerie. Смотреть на Lily Claude Monet. Pour le Pérou, отель Нормани, в Родеби, немножечко просто в Нормани. За 20 минут. 20 минут. Мы там пробыли буквально полчаса. Там особо нечего смотреть. Там есть Сезанн, там есть Пикассо. Пикассо. Water Lilies очень красиво. Очень-очень понравилось. И мы купили... Подержи мне зонт. Вот. Магнитик. Куда мы идем есть? Куда глаза глядят. Нет. Мы идем в сторону Цитадели. Так не работает. Merci. Merci beaucoup. Pour la fourche. Мы очень вкусно поели. Вчера был дождь, сегодня тоже дождь. Все мои ноги промокли, мои кроссовки промокли. А вторая моя обувь. Вот эти шикарные тапулечки. А, Инверн работает, и я буду одна, поэтому... Поэтому единственное, что мне адски тяжело выбрать, куда я хочу пойти. Потому что все какие-то кофейни, булочные и какие-то кафешки... Они расположены немножко дальше от всего того, что мне нужно, там, от музеев или еще чего-то. И вообще они между другом, короче, между собой, они далеко. И у меня до хера всего сохранено. Я хочу везде, а везде, извините, простите, не походишь. Я устану, как собака. Мне нужно, вот в первую очередь, может, не в первую, ладно. Мне нужно вот в этот магазин. Officine Universelle Bully 1803. То есть мне нужно сначала туда. Потому что там делают кастомные всякие штуки. Там есть какие-то туалетные принадлежности. Там есть... То есть я, что хочу сделать я, это я хочу вот такой вот футлярчик, на котором делают твои инициалы. И там бальзам для губ. Бальзам для губ. И там можно напечатать свои инициалы, там можно выбрать разные цвета и так далее. То же самое можно сделать с расческами. Еще у них там всякие... Короче, всякие просто туалетные штуки. Вот. И может быть я возьму даже не себе, а может быть я возьму на подарок. Может быть я возьму и себе, и на подарок. Ну, скорее всего, это будет too much. В общем, я хочу просто посмотреть, как оно там у них идет вообще. Вкусно ли оно пахнет и нужно ли оно мне. Да? Да. Дальше. Еще я хочу из музеев. Я думала, может пойти в музей. Погода-то говно. Вот. Я думаю пойти в музей модель искусства. Бюрс де Кемерс Пино Коллекшн. Вот сюда. Я думаю пойти. Знаете почему? А я вам сейчас скажу почему. Потому что я на него смотрела в Google картах. И там была миска. Вот миска. Они такие смешные.
Еще я хотела в Версаль. В Версаль далеко. Куда-то. Короче, в другую сторону куда-то. Непонятно куда. Второе место. Тоже книжный магазин. А, во вторник... Нет, второе место на сегодня получается. Secured Warwoods. Погода отвратительная. В общем, благодаря прекрасной, замечательной погоде, мой пакетик выглядит вот так. Еще моя сумка красная, когда мокнет, она окрашивает все то, что есть внутри. Но выглядит это примерно так. Даже... миленько. Почему так вот она выглядит? Красота. Bonjour. Это аутфит. Прием. Наконец-то у тебя будет классный влог. Дирка твоя. Un euro. No, merci. No habla французский. How do you like Paris? Baguette. Bonsoir. Bonjour. Bisous. Чего-нибудь не могу вспомнить. Ку-ку. Бизу. Круассан. Можем как-то помнить? Я же не вижу, что я снимаю вот такие. Sorry.